Почти две недели в детской оздоровительной базе «Алмаз» шумно и весело. Отдохнуть и улучшить здоровье съехались 215 детей. В основном ребята из Ленска и Ленского района. На первой сезоне всего три воспитанника из Мирного. Сильно тут нравится, именно хорошие ребята, очень прикольный лагерь. Всегда вот дискотеки, через два дня каждые. Очень много ребят, которые, с которыми я дружу. На втором сезоне приезжих ребят будет больше. Из удачного ждут 15 детей. На третьем сезоне лагерь посетят 27 ребят из Мирного и Айхала. Ответственно следят за детьми студенты Новосибирского государственного педагогического университета. Здесь ты 24 часа с детьми, и все, вот всю себя нужно отдать им полностью. Ты вечером остаешься уже просто без эмоций и не можешь справиться там с усталостью, ложишься спать и все. Второй год вот я уже сюда приехал. За второй год это, наверное, одни из самых хороших детей. Возраст 11-13 лет. Не скажу, что прям сильно устаю. Мне нужен там один день выходной, и остальное время я готов работать. Я уже привычка. И мотивация детей идет, поэтому особо не устаю. Педагогический отряд «Стрекоза» на протяжении многих лет приезжает в Ленск на практику в лагерь «Алмаз». И даже растут по карьерной лестнице. В 2017 году Алексей Ратахин был вожатым. На сезон 2018 года он приехал в должности методиста. Появляется административная какая-то работа, все эти вещи с документами. И тут ты работаешь не с детьми, не с юным возрастом и так далее, не с X-психологией, а тут предстоит работа именно уже с педотрядом. То есть это уже другая сфера, другое понимание, другое сознание. Летний сезон 2018 года для алмазовцев только начался. Впереди еще много интересных, насыщенных мероприятиями дней. Детская оздоровительная база «Алмаз» и ее коллектив не устают удивлять ребят, которые здесь не в первый раз, и обязательно покажет, как здорово можно провести лето тем, кто посетил лагерь впервые. Вячеслав Пилипенко, Олег Соснин, телеканал «Алмазный край».